Ты что, этого не понимаешь, клоун? Клоун на магните, съебись нахуй с этой линии, блядь. Вас чувствовать. Вы должны вслушаться о, в нее. Господи, я не поиграю в игру, чел хочет, что меня опыт съездить. Я сейчас не хочу уже жить. Yes, I can play. I fuck your mother. I fuck your mother. Don't speak. Don't speak with me, man. Короче, я понял. Сейчас я объясню тебе, что они ебаные шлюхи. Не, блять. Дегенерат. Отсталый, блять. Ебись с этой линии. И стой АФК где-то в другом месте, ты понимаешь? А, блять, выйди отсюда! Нахуй, выйди отсюда в мид, блять! Выродись нахуй в пизду своей матери назад, блять, с этой игры, нахуй. Ебаный дегенерат, что не так с ними, блядь? Хорошо, вот идите по миду, блядь, идите по миду, только не стойте ни в орудии экспу, ебаные додики, блядь. Просто в ахуе. Я просто реально нахожусь в ахуе сейчас. Go Meteor Arc, thank you, спасибо за катку, пиздец, чувак. Спасибо за катку просто. Зачем ты это пишешь, дегенерат, блять? Закрой, долбоёб, ебало, да-да-да. А если я не закрою, блять, чувак, мне похуй, нахуй. Думаешь, я тебя буду слушать, блять? Вот если бы ты написал, не закрывай своё ебало, тогда бы, может, я закрыл. А так, нет, конечно, не закрою. Хуенос... Как ты написал? Хуеносец. Хуеносец, вот это слово, блядь. Хуеносец. Ебать, а что оно означает? Я тебя замьютю, долбоёб. Да мне похуй, что ты сделаешь. Господи, это типа такая угроза, ты меня замутишь? Да мне похуй, что ты сделаешь, выблядок. Можешь замутить свою мать, блядь. Лучше. Кто родила тебя, дегенерата, отстала. Это вообще слово такое отсталое, мне уже не нравится. Оно такое мейнстримовое, что пиздец. Ну его нахуй. Ну такое-то новое прямое слово. Как оскорблять вот таких вот ребят, как ты, с низким интеллектом. Реально, почему они за тебя? Ебаная ЛП, да? Почему они за меня, брат? Вот почему они за тебя? Потому что ты долбоёб в ЛП играешь? Отсталый. Опять я это слово употребил. Ну почему, блядь, я такой даун? Вот видишь, я когда начинаю говорить, у меня едет крыша. Вот просто я начинаю быть долбоёбом, потому что я не могу осилить твой низкий интеллект, переварить его в твоей голове. У меня есть отец, а у тебя нету. А, отец? Ну, значит, смотри. А, вот, исходя из того, что ты сейчас написал, вот это вот, у меня есть отец, а у тебя нету. Ты подразумевал воспитание, что вот у тебя есть отец, и он тебя воспитал. Что можно об этом сказать? Я считаю, что ты не принадлежишь ни к русской, ни к хохлядской, ни к белорусской нации. Ты принадлежишь к нации Кавказа. То есть ты либо кавказец, либо казах, ну, либо, вот, короче, оттуда вот. Там Грузия, Армения и так далее. Вся вот эта вот хуйня. Я не знаю, как она называется правильно. Так вот. Почему я сделал такой вывод? Потому что у вас всех... Я казах ебал. Но я так и знал, что ты казах. Я же об этом и сказал. Я перечислил все вот эти нации. Кавказские, казахские. Ну, Средняя Азия. Или как это называется. Так вот. Значит, что я могу сказать? У вас у всех низкий интеллект. Это, думаю, так понятно. Потому что у вас воспитание немного средневековое. В Казахстане, в Узбекистане, в Кавказе и так далее.
У вас средневековое воспитание и полусредневековое этот быт жизни, если это можно так назвать. Поэтому вы вот так все, не знаю, как даже объяснить, все прячетесь за отцов, за матерей, за всю эту хуйню. Типа, вот семья главнее, типа стаи, вожаки у нас есть. Ну, короче, у вас все как у этих, у волков, знаете, типа диких животных. Не все, но очень много традиций вот эти животные. Это все животное, типа, трястись там, типа, за мать, за отца, там, уважение, вся эта чушь. Это все так же и все и в стаях диких животных происходит. Если вы обычные дикие животные, которые умеют разговаривать как, и выглядят как люди, то есть, а отличия на этом заканчиваются. Различия, точнее, различия, что я несу, отличия, блядь. Ебало, закрой. Я ж тебе уже объяснил все. Кто ты и что ты, все. Я не расист, просто так, это так и есть, типа. Так и есть, поэтому я это говорю. А нравится это тебе или кому-то еще или нет, как бы мне похуй. Поэтому вы, кстати, не выебываетесь слишком много, потому что у вас за выебоны вам дают пизды. А я выебываюсь, потому что мне не дадут пизды. Потому что мне похуй на тебя. И на ваши ебаные устои, блядь, моральные и так далее. Поэтому мне похуй, да. А, так. Мы можем еще поговорить о чем-то. Могу еще что-то рассказать. Кто хочет послушать?